Я думаю, что вот создание своей платежной системы – это вполне реальное и полезное дело, мне кажется. Ну, безусловно, надо было с самого начала создавать ее. Не только платежная система нам нужна, а любые, скажем так, проявления с нашей страны как экономически независимые, они должны присутствовать. Пусть это платежная система, либо как наша валюта, чтобы она стала действительно... могла обмениваться на любые другие валюты. Мы допустили долларизацию экономики в начале 90-х годов, и в итоге страна и отрасли были привязаны к доллару как средство платежей не только лишь по зарубежным контрактам, экспортно-импортным, но и по внутренним контрактам. Я считаю, что национальная платежная система на сегодняшний день – это огромный плюс. Я когда услышал про то, что вот у нас будет своя система, национально независящая ни от кого, от этих вот стран, у которых ничего нету, я вообще не понимаю. Мы руководим балом, а у кого-то просто бумага, а у кого-то конкретно еда, грубо говоря, да? Должна быть здоровая конкуренция. Я думаю, что если появится такая система, и Visa, и все остальные, они там, MasterCard, они там задумаются. Задумаются. Не справимся. Видите, у нас есть определенное оружие, у них есть определенное оружие. Мы скажем, мы это прикроем вам, они скажут, мы тот прикроем. Это не решение вопроса. Перемирение, мир, понимаете, это главное. Чтобы не искать альтернатива, давайте будем решать проблему. Я хочу отрубить прямо с корнями все эти, например, эту проблему, чтобы вообще ее не было.